Дорогу молодым. Профессионализм кадров был и остается ключевым стратегическим приоритетом Магнитогорского металлургического комбината. Ведь металлургия сегодня – это высокотехнологичное производство, которое требует высочайшей ответственности и квалификации персонала. Поэтому молодежь, которая ежегодно пополняет цехи ММК, проходит серьезную проверку на прочность. Кто приходит на смену мастерам, расскажем в нашем следующем материале. Работать на комбинате мечтают многие, однако пройти жесткий отбор удается далеко не всем. И одним из тех, кто сумел это сделать, как раз и стал бригадир участка отгрузки стана 5000 Евгений Жданов. Мы на него всегда рассчитываем, доверяем ему. У него отец работает здесь, у него младший брат работает на стане, то есть у них даже как династия здесь. Пока работал, значит, закончил институт, то есть заочно. Как бы это тоже плюс дает. То есть парень, будем говорить, целеустремленный. В обязанности Евгения Жданова входит складирование и осмотр готового металла. Это финальный этап работы всего цеха. И именно от Евгения зависит, какой конечный продукт будет представлен потребителю. Прежде чем отправить металл потребителю, полностью просматривается, как я говорил, уже поверхность, проверяется на неплоскостность металл, то есть кривой, так скажем, по-простому, не кривой. То есть он должен быть ровный. Аккуратность от машиниста требуем, чтобы не было задиров на металле. И тоже, ну, все смотрим, не было вдавов, задиров. И также масло, пятна все моем, если они присутствуют. Стоит напомнить, что стан 5000 является самым производительным среди аналогичных агрегатов в Европе. Предназначенный для производства толстолистового проката, он выпускает продукцию, востребованную при реализации крупнейших инфраструктурных проектов российского топливно-энергетического комплекса, строительстве судов различных классов и мостостроении. Эта продукция отличается высокой рентабельностью и конкурентоспособностью, поэтому ее товарный вид очень важен, считает Евгений Жданов. За смену через него проходит более 90 листов разных марок стали, и ни один из них не был отправлен потребителю с недочетами. Очень щепетильно относится к своей работе, полностью выполняет свои обязанности от и до. И, в принципе, на его пролет, в котором он работает, ложится довольно-таки большая нагрузка по приемке и отгрузке спецстали, такой как «Макстронг». Он эту работу, в принципе, выполняет от и до, и даже сверху, работает, так сказать, на все 150% из 100 возможных. Мне понравилось просто вообще именно на данном участке. Заинтересовала логистическая составляющая, то есть складирование по заказчикам, осмотр, правильное распределение металла и, ну, работа с людьми, то есть общая в команде. Это тоже как бы понравилось. Хотя всегда хотел быть электромонтером и даже получил образование и работал по этой профессии, признается Евгений. Но после армии, глядя на отца, все же решил попробовать поработать на комбинате. И, как говорится, затянуло. Целеустремленный, ответственный парень быстро влился в коллектив, который помог ему найти свое место в жизни. Я горжусь тем, что я работаю здесь. Мне нравится. Татьяна Артеменко, Олег Карпенко, телекомпания ТВН.